столицы Приморья и гости города. Начинается парад военной техники. Открывают парад символы победы легендарные Т-34. Разработанный в 1937 году конструкторским бюро Михаила Кошкина, танк в течение всей Великой Отечественной войны имел абсолютное превосходство в маневренности и проходимости, а 76-миллиметровое орудие значительно превосходило все зарубежные артиллерийские системы. К началу 1944 года на танке была установлена 85-миллиметровая пушка, что значительно повысило его боевую эффективность. В парадном строю оба этих экземпляра. За рычагами боевой машины Т-34-76 подполковник запаса Сергей Татаркин. Командир экипажа полковник запаса Сергей Коваль. Танк Т-34-85 идет младший сержант Иван Черемисин. Командир танка подполковник в отставке Сергей Калашников. Под его руководством танк был восстановлен специалистами ремонтной роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Планируется перевооружение комплекса «Бастион» новыми и
бою машина, состоящая на вооружении в подразделениях разной скорости, химической и биологической защиты флота. Дымовая машина Т-23 на базе машины «Сромат». Область применения дымовой машины – противодействие средствам разведки и наведения оружия противника, осуществляемое путем постановки объектов и площадок аэродромных средств. Победа остается молодой.